Что-то мне с техникой везет, которой уже больше 20 лет. Ну, посмотрим. Я думаю, если все в тенах, найдем, где тены стоят. Здесь, в эту стиральную машинку, тены, наверное, все-таки проще будет купить. Главное их найти. Вот такое чудо, но работающее. Что ж, приступаем к ремонту. Вот система управления механическая, с рычажками. Так, примерно год выпуска я вижу. Это 07-99 год. Вот. Замечательно. 22 года. Что ж, будем разбирать заднюю стенку. Смотреть, где тены стоят, и проверять. Снял заднюю крышечку. Немножко паутинки, пыли, и нашел тен. Я так понимаю, вот этот датчик температуры стоит, а вот это тен. Будем мерить сопротивлением. Так, сняли проводки тестером и смотрим сопротивление. Сопротивление у нас 195 килоом. Что-то с теном похоже не то. Не может быть 195 килоом. Это 220 килоом. Это ж какой ток там должен течь, чтобы его нагреть? Аж страшно представить. Ну что ж. Есть там у нас сам болтик с гаечкой. Будем его раскручивать и пробовать достать этот тен и посмотреть его внешний вид. Вот тен достали. Вид, конечно, за 20 лет работы у него очень замечательный. Ну что ж, надо ехать покупать тен, почистить место, если там дома грязная, но оно как бы довольно чистая. И я думаю, машинка еще поработает. Ну и придать ей, конечно, немного божеский вид. И вот у меня в руках, теперь уже не в руках, а новый тен. Конечно, он не итальянский, а турецкий. Турецкий тен лучше, чем китайский. И сейчас попробуем его поставить назад и все подключить. Ну что ж, вперед. И вот тен стоит. Пару легких ударов молоточком поставили тен на место. Понятно, что бил через деревяшку. Немножко прикручена шпилечка, гаечка натянута, чтобы резиночка плотно держалась. Будем теперь смотреть, как подключить провода. То есть не забываем делать фотографии перед тем, как разбирать. Можно было всегда посмотреть на фотографию. Слава богу, телефоны это позволяют сделать, сейчас современные. Как правильно подключить провода? Ну, на корпус, конечно, нужно подключить землю. Смотрю на фотографию и одеваю контакты. Провода к тену подключены.
тут ошибиться довольно сложно. Проверяю все визуально в самой машинке. Грязи как бы относительно мало. Чистить ее не будем. По крайней мере здесь. Задеваю заднюю крышечку. И продолжим видео. Аэрозолью покрасил машиночку. У нее появился более-менее привлекательный вид. Ржавчина ушла. Сдалека можно сказать, что новая машинка. Изготовленная в марте 99 года, оказывается. Внутри число стоит. Ну что ж. Ремонт маленький, сделана профилактика, все фильтры почищены, сеточки, которые там стояли, внутри сверху протерто. Так что машинка полностью готовая к дальнейшей эксплуатации. Дай бог ей еще 20 лет прожить.